Ку-ку, мон амигос, сегодня с вами Вакот, и мы начинаем, или не начинаем, на самом деле, я еще не решил, потому что я думаю, решите это вы в комментариях, лайками, дизлайками и так далее. Сегодня мы снимаем эту прекраснейшую игру, потому что я, в принципе, очень люблю градостроители, там, SimCity и так далее. Ну, давайте не будем сейчас особо затрудняться, давайте выберем сразу какую-то карту, вот, мне кажется, острова, мне кажется, будет интересно. Давайте назовем ее Вако... нет, не так... Вакогарад. У нас, в принципе, все есть. И начинаем играть. Ну что ж, о чем это говорю? На эту игру меня натолкнул прекрасный человек по имени Воблер. И я вот видел его пару видео, и мне игра приглянулась, потому что она действительно прикольная. Мне кажется, тут есть что поснимать. Плюс, мне кажется, это чертовски интересно. Так, привет, он говорит. Так, что продолжить? Понятненько, хорошенько. Проложить дороги. Давайте проложим. Откуда их ложить? Ага, вот, ясненько. Ну что ж, я думаю, денег у нас пока только 70 тысяч. Не знаю, это много, не мало. Но я думаю, что начнем мы, наверное, сначала, как говорится, просто так. Особо не уходя от самого начала. Давайте сразу проведем дорогу, вот, наверное, вот сюда. Вот так вот. Мне кажется, это будет достаточно, спокойно достаточно. Можем сделать такие себе, как бы так... Можно как-то четко-четко делать их. Так, это, так понял, односторонние. Ну, мы ее давайте продлим. Она пока не нужна, но пусть будет на всякий случай. Так, теперь мы можем, значит, говорится, начать строить райончики, что ли. Давайте. Вот, две полоски, правда, жаль, тут не будет, говорится, особо места, но я думаю, с этим мы справимся вот таким способом. Ну, ладно, не справились. Ничего страшного, будет небольшая это посредине, можно подумать. Так, ну что ж, давайте построим сразу же. Что нужно построить? Что нужно построить? Ну, наверное, построим сразу здание. Давайте сделаем так. И давайте тогда еще проведем здесь дорожку. Мне кажется, будет полезно. Так, тут мы можем построить дома сразу же. Вот так вот. Теперь пусть тут расселяются людишечки. А мы пока что можем построить еще одну дорожку. Давайте так, сколько тут кубиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так. Ну, ладно, пусть будет так. Чтобы было меньше просвет. И можем еще построить сюда. Вот так вот. Так, тут у нас, кажется, дома. А вот в этом кусочке можно уже построить, как говорится, небольшие магазинчики. Это же получается у нас магазинчики, правильно? Коммерческая зона, правильно. То есть это бизнес, маленький и средний бизнес. Ой, случайненько. Чудненько. Вот у нас уже появляется первое здание, уже люди живут. Четенько, четенько, прекрасненько. Люди, сейчас, наверное, будут заезжать. Или не будут заезжать. Всякие трассы в разные стороны едут. Корабли плавают. Смотрите, сколько кораблей там плавает. Жаль, что мы не можем там что-то построить. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Так, тут нам, кажется, просят электроэнергию. И воду. Так, где я могу воду начать качать? Вот это водонакачка, да? Вот здесь. Ага, вода туда течет. Давайте тогда поставим сначала эти нечистоты в выход. Вот так. И чистую воду можно поставить вот сюда. Я помню, их нужно провести еще сначала. Вот так вот. И в город, да? Ну, давайте. Все было чистенько, все было красивенько. Проведем вот так. Я думаю, пока этого хватит. С излишком. Так, у нас уже плохой бюджет. Это нехорошо.
Тогда давайте-ка добавим угольную станцию. Ее можно поставить, в принципе, где-то. О, боже мой, сколько мне... Мне не хватит денег. Тут слишком все мудрено. Вот так. Так, а теперь давайте-ка электростанцию поставим. Вот она, правильно? Так, чтобы извлечь максимальную пользу строительства дорог, использую. Это я понял. Мне это не очень важно. Мне нужна электростанция. Что ж, давайте поставим вот здесь электростанцию. Есть электростанция у нас тут есть. Теперь, я так понял, нужно провести кабелями этим. Так, нет, так нельзя. Вот так вот. Как-то так, да? И чем мне с этого будет? Не ясно. О, так можно. Правда, я думаю, они будут не очень рады этому. Чудно, 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 чудно. Правда, да, видите, они мне нравятся. Черт. А если удалить? А как удалить? Как удалить, черт возьми? Как удалить? Ну ладно, так и будет, ничего страшного. Одна лишняя там станция ничего там особо не исправит. Ну что ж, что у нас дальше? У нас бюджет. Давайте посмотрим бюджет. У нас эти магазинчики почти ничего не приносят. Нам нужно лучше построить промышленность. Давайте-ка построим промышленность. Людишки у нас в принципе есть. Можно построить промышленный участок. Давайте. Интересно, что здесь можно будет построить? Так, вот так вот. Вот это пока, в принципе, должно хватить. Тут можно будет еще дорожку провести на всякий случай. Потом... Но пока пусть будет так. На самом деле, ничегошеньки не знаю. То есть я все это строю просто потому, что когда-то играл в SimCity. Сейчас я... Ослик. Ослик, нубчик и так далее. А, вот удаление. Ясно. Ну, сойдет. Пока что сойдет. Угу. Так, людей достаточно мало этого. Прибыли. Нужно больше людей. Значит, тогда строим. Строим. Вот. Ну, можно, в принципе, уже сделать и побольше немножко. Ничего страшного. Это такая небольшая потеря вместе. А вот так вот. А вот тут, в принципе, мы дорогу все равно строить не будем, так что можно по себе длинный этот сделать. Оп, случайненько. Отлично. Теперь ждем чудо. Ну что же, пока что поставлю на паузу, и когда будет чудо, я вас, скорее, позову. Пауза. Ну что ж, амигос, люди заселяются, такие большие дома строят. Классненько, классненько. Смотрите, даже солнечными батареями все как нужно. Четенько, четенько. Правда... Я думал, будет симпатичнее, но я думаю, это со временем станет симпатичнее. А пока что, хотя бы так. Так, нам нужно... Что нам нужно? Почему у нас бюджет такая жопа в бюджете? На что уходит наш бюджет? Давайте разберемся. Расходы. На электропитание 600. Вау! На воду 500. Вау! А если так? Вот так, давайте сначала уменьшим, но нам все равно пока что особо не надо. Но зато у нас будет бюджет побольше. Так, доходы, откуда у нас доходы? Всего доходов 360, боже, у нас доходов вообще в ноль. Но у нас все доходы идут от вот этого. Но новые у нас пока что не строятся, к сожалению. У нас есть место, но никто строить не хочет, потому что мало людей, видимо. Видимо, мало людей. Ну что ж, ладно, давайте-ка построим дорогу. На самом деле, я крайне не хочу делать такие ровные дороги, в плане, чтобы все было симметрично. Симметрия это отстой, серьезно. Симметрия это полный отстой. Симметрия для слабаков, для тех, кто не умеет строить интересно. Ну ладно, я соврал, на самом деле симметрия это хорошо, просто я ее не люблю. Ублюдок, да?
Вот же урод, не любит симметрию. Как такое вообще земля носит? Так, ну что ж, у нас в принципе все есть. Можем, по крайней мере, попробовать построить вот сюда, например, магазинчик. Давайте попробуем магазинчик для этих глупеньких людишек построить. Вот пусть здесь и строят. Так, Что-то все равно... О, 260 уже, слава богу. Так, у нас повышается бюджет. Уже 3 доллара за производство получаем, что у нас тут строится. А какие-то склады. Это у нас нормально эксплуатируется. Доступна вакансия 11. О, какое-то... Что это у нас? Не знаю, что это. Франк Фишстик. Айскюб. Прикольненько. Так. Давайте назовем ее. Нет. Кстати, предлагайте название фабрик. Давайте назовем эту фабрику. Нет, давайте. Кисоньки и компания. Кисоньки и компания. Отлично. Эй! Эй! Кисоньки. And нету, да? Ладно. И компания. Все. Кисоньки. Кисоньки. Вот теперь другой нет. Все. Кисоньки компания. Есть. Тут у нас что? Так, у нас, казалось бы, чистая вода. Такая простая штука. Но нет, когда уже трубы починят. Что? Какие трубы? Трубы? А мне нравится без труб жить? Голубые людишки. Ну давай, ладно. Не починят, а построят. Глупцы. Глупцы, глупцы. Надо жестко жить возле электро... Этой. Так, взрослые 2, дети, образование 3. Образование нет. Так, тут у них все есть вроде, всего хватает. Нужно бы школу что ли построить, но тут пока мы этого строить не можем. Потому что нам не хватает людей. Нам не хватает средняя потребность промышленности в деловых зонах. Давайте найдем больше промышленности. Промышленность пока что всю, что могли, они уже, видимо, заняли. Ничего страшного, мы эту займем. Вот так вот. Промышленная зона пусть будет. А чё нет? Нормально. Ух ты, крутенько! Они даже занимают самые махонькие, смотрите. Даже вот такой крошечный занимает все равно. Круто, круто, круто. Вау, игрушка мне очень нравится, ребята, не знаю как вам. Но я ее точно буду снимать. Нет, ладно, снимать может не буду, но играть буду точно. Так, ну что ж. У нас пока что... Строятся заводики. Так что пишите в комментариях название ваших заводов. Ну, у меня заводов много, назову как хотите. Кисоньки компания уже есть. Так, можете даже называть, что вы хотите назвать. То есть, например, такую станцию можете назвать. Она разыгрывается, как говорится. Так, это у нас что? Фабрика Box Factory. Так что придумывайте название, пишите в комментариях. Опа, тут что-то никто не живет. Почему? Почему никто не живет здесь? Тут, походу, кто-то жил и уехал. А, нет, только строится, строится. Все нормально. Так, чего у нас не хватает? Нам не хватает коммерческих зданий. Ну так чего вы не строите, глупцы? Поп-сода. Лавка. Ладно, не буду говорить. Так что, ребята, хотите назвать? Называйте. Опа, фура заезжает. Четенько, четенько. Ламборгини, это походу спортивный автомобиль. Альберт Эванс, где ты, кисонька, живешь? Ты у нас работаешь, походу, в суши или это лапша? Или нет, подожди, это бургерная? Вау, ребята, не знаю как вам, но мне игрушка очень нравится, серьезно. Вот прямо вспоминаю, были времена в SimCity 4. Боже, как я любил эту игру, это просто было шедеврально. Я думаю, тут можно будет делать серии подольше, ну, в плане по 30 минут. В плане вы можете просто перемотать или выключить, или не досмотреть. Это такое дело, просто действительно тут снимать есть что. Ну, по крайней мере, то, что я балакаю как сумасшедший, тоже как вариант можно снимать. Так, пока что нам не хватает
этих. Опа, водички нет. Водички нет. Плохо, плохо дело. Плохо дело, водички нет. Ладненько, давайте-ка продлим ее вот так вот. Вот сюда. Четенько, теперь водичка точно есть. У всех есть водичка. Все радуются, все счастливы. Так, что у нас здесь? Сколько у нас уже человек живет в городе? Что это? Этапы? Ух ты. У нас скоро сейчас деревушка превратится в что-то большее. Так, новые функции. Налоги, кредиты. Налоги, можем кредиты сделать. О, подождите, мы уже можем делать. Нет, не можем. До деревушки нужно еще добраться. А, деревушка 400 жителей. Мы открываем начальную школу, поликлинику и свалку. Черт возьми, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так, что у нас здесь? Как говорится, о, 408. Мы уже зарабатываем деньги. Отлично, отлично, отлично. Нам не хватает малая потребность в жилье. Но у нас, в принципе, жилье дофигища. Не знаю, почему не хватает. Смотрите, сколько места. Ладно, уже места нет. Ладно, убедили. Тогда давайте-ка построим дорогу. Да, я люблю дороги. Дороги — это хорошо. Дороги — ты чувствуешь себя свободным. Хоть это и неправда. Что это вам не нравится? Не понял. Кисоньки, вы чё? Рамсы попутали, чё ли? Слишком далеко, далеко, далеко. Слишком далеко. Нет. Вот так. Нет. Вот так. Вот, отлично. Видите, она как раз по линии пошла. Так, давайте, а тут... Опа, мы теперь деревушка. Черт возьми, прекрасно. Так, ладно, давайте вот так сделаем дорогу. Тут уже как пойдет. Все им не нравится. Все им не нравится. Так, водички. Опять им не хватает водички. Что же вам все время не хватает? Все, чудненько. У нас уже есть этот, правда, у нас, походу, сейчас упадет. А, подождите, давайте-ка повысим, ладно, заработные платы. У нас уже не такой кризис, поэтому можем поднять. У нас больше приносит, и да, блин, все у нас приносит много. Смотрите, лесопилка. Вау, как четко, боже, как мне это нравится. Так, давайте, здравоохранение. У нас, получается, средний уровень здравоохранения пока что у нас 0. То есть его нет нигде. Тогда давайте построим поликлинику, например, вот здесь. Прекрасно. Мне кажется, отличное место для поликлиники вообще. Все, видите, все, о боженьки, все рады, черт возьми, прекрасно. Так, что нам? Теперь нам нужно книги, это школа. О, видите, у нас получается, все они очень-очень глупые, но ничего страшного, сейчас батька всех починит, всех по... На дороге летним днем танцевали. А как-то можно поворачивать ее? Явно же как-то можно поворачивать. А, она просто именно к дороге липнет. А, хорошо. Не вопрос. Все. Давайте, кисоньки. Че, вы будете учиться теперь? Крутые пацанишки. Перемести здание? Нет, все нормально. Пока что все нормально. Тут и парковка есть, все как надо, даже для инвалидов. Не знаю, зачем в школе парковка для инвалидов, но это такое дело. Хотя, в принципе, может, чей-то дедушка приезжает забирать. Так, ну все остальное вроде нормально. Очень четко, прекрасно. У нас есть все, что нам сейчас нужно. Опаньки, у нас не хватает зданий. Здание, опа, мусор. Давайте сначала здание достроим. Опа, это не то. Нет, кисоньки, нет. Нет. Вот так вот. И можно, в принципе, даже построить такую длинную дорожку. Ну, то есть, как она будет. Вы увидите. Увидите. Также можно занять вот эти места. Прекрасно. Теперь точно есть что делать. Можем построить парочку магазинчиков. Давайте-ка их построим. Вот. Так вот. Магазинчики в таком проулке будут у нас. Так. Вот, отлично. Чудненько. Теперь пусть работают. Сколько домиков, сколько прекрасных домиков. Боже, как мне это нравится.
Так, вот, уже начинают опять строиться большие здания. Давайте посмотрим, хватает ли нам всего. Это понял, это оно, водичка. Водички хватает всем. Электропитание. Электропитание хватает всем. Чудно, 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 чудно. А дальше, что у нас? Мусор. Ну, мусор мы сейчас добавим, ничего страшного. Это что, ветер? Да, это ветер. А, ветряные установки. О, теперь мы знаем, куда ставить ветер. А зачем они мне еще параллельно, да, такой огромный участок показывают? Ну ладно, неважно. Пробки. Пробки больше всего здесь. Но это пока смешно. Так, импортная продукция. Это, понимаете, то, что продает. Экспорт. Экспорта у нас нет. Туризм. Туризма тоже у нас нет. Конечно, откуда ему взяться? Так, здравоохранение. У нас все вроде здоровенькие, молодцы. Цифровые часы возвращаются в этом сезоне. По словам дизайнера, вчера... Что? Пошел ты, черт возьми. Вчерашнее будущее — это сегодняшняя классика. Дизайнер мода. Ну, что мне сказать? Что ты мне за это... Зачем ты мне вообще-то говоришь? Опаньки, там что-то не нравится. Им что-то не нравится, ребятоньки. Совсем не нравится. Почему не нравится? Счастье, деловые зоны. Деловых зон у меня нету. Время. Отдых, отдых, отдых. Вообще нету отдыха. Ну, это судьба, как говорится. Так, показывайте дороги, распределяйте. Это я знаю, ты мне уже рассказывал. Так, что у нас дальше? Деревушка уже пройдена. Крупный поселок. У нас открывается полицейский участок, уникальное сооружение, пожарная служба, специализация сельское хозяйство и специализация лесное хозяйство. Чудненько, второй кредит. Ой, мы можем этот, экономика, забыл. Кредиты, налоги, давайте поставим налоги. А налоги у нас, в принципе... Опа, если вы обеспечиваете образование, хорошую работу, городские службы, земля имеет высокую ценность, то здания в соответствующей зоне могут быть улучшены до более высокого уровня. Высокого уровня здания приносит больше дохода, налогов. Ну, это я понял. Давайте попробуем обложить немножко больше. А ладно, 9% налог пока что хватает нам, в принципе. Банк, нам не нужно брать кредиты, потому что у нас все пока что в порядке. Но можем, правда, поднять или опустить что-то. Нет, пока пусть будет так. Так, свалка. Чтобы вывести отходы или мусор, постройте свалкой утилизационный этот. Хорошулечки, хорошулечки. Нужно размещать подальше от жилых кварталов мусор. Ну давайте, ладно, разместим его как можно дальше. Это не вопрос. Хорошо, давайте. Построим дорогу. Дорогу в ад. Все время они возмущаются, все им не нравится. Да, тут, конечно, было бы лучше соединить, но так и быть уже. Ничего страшного. Свалка. Или тут свалка. Свалка здесь не помещается. Значит, свалку поставим вот здесь. Все, свалка есть. Мусоровоз есть. Все, что нужно, у нас есть. Наверное, какая-то растянутая. Ха. Даже смешно немножко. Ну, ничего страшного, это, в принципе, такие здания, они из бумаги делаются, так что, если они даже растянут, ничегошеньки страшного в этом нету. Так, я думаю, в принципе, эту первую серию можно уже потихоньку заканчивать. Я сразу же начну следующую, потому что я не могу отлепиться от этой игры. Но если вы не захотите ее увидеть, то я ее и не буду выкладывать. Ну что ж, а на этом с вами был Вакод. Спасибо, что смотрели. Удачи и адиос!